Друзья, Россия шокирована от страшной трагедии. Сегодня рано утром на 86-м году ушел из жизни известный певец Тони Маршалл. В свои годы Тони Маршалл не один раз приезжал на выступления в Россию. Его настоящее имя — Герберт Антон Блот. Все вы помните, наверное, друзья, о том, что он родился в 38-м году в Баден-Бадене. В 65-м году он окончил музыкальный университет по специальности оперный певец. И в 71-м году он стал известен благодаря песне «Shaun Am I». Он выиграл отборочный тур в Германии для участия в конкурсе песни Евровидения в 76-м году. Но вскоре после этого песня была дисквалифицирована, потому что израильская певица Ницы Тоби заранее ее публично исполнила. В 2003 году его именем был назван отель Тони Маршалл Бек в Бадене. По его случаю 80-летия в начале 2018 года он стал почетным гражданином. В 2019 году у него случился инсульт и обнаружилась почечная недостаточность, а также диабет. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями.